Теперь о происшествии. Правда, условным спасатели отрабатывали навыки тушения пожара в здании железнодорожного вокзала в Чебоксарах. Тревожный сигнал и 8 пожарных машин устремляются к железнодорожному вокзалу. По легенде, воспламенился медицинский пункт на первом этаже. В эпицентре огненной стихии 8 человек. Чтобы предотвратить трагедию в реальных условиях, используют мощную мобильную спецтехнику. Пострадавших спешно эвакуируют и передают медикам. Ежедневно вокзал принимает более 2000 пассажиров. У объекта с массовым пребыванием людей повышенный ранг опасности. На тушение пожара братмейстерам потребовалось около получаса. Основная задача пожарных подразделений, прибывших на данный пожар, эвакуация и спасение людей. Все подразделения задействованы на данном учении. Это сотрудники полиции, транспортная полиция, медицинской службы с поставленной задачей справились. Люди эвакуированы, условно пожар потушен. Учения МЧС проходят регулярно. Они помогают спасателям отрабатывать профессиональные навыки, учиться работать в команде и быстро принимать решения в сложных условиях. Действия всех участников тренировки руководство тактических учений оценило на удовлетворительно. Рифат Фаткулин, Республика.